Всем привет! В общем, прикупили мы немножко канцелярии. Сейчас покажу. Я, в общем, сейчас вот последнее время вот так покупаю, потому что мало ли что, чтобы у нас был запас. У меня вот там вот стоят коробки наверху, и в эти коробки я все складываю. Вот. Потому что потом, если будет опять та же ситуация, что и была этой весной по всему миру, да, то мне не хочется потом звонить в этот магазин, вот где я беру постоянно у одних и тех же людей. Постоянно это, то есть звонить там, да, платить за доставку, то есть там небольшой магазинчик недалеко от нас, и у них можно все заказывать. Вот. Даже я прихожу, бывает, например, что чего-то у них нет, например, там ватмана, да, я у них заказываю, через там день-два они привозят в магазин, и я иду в магазин и покупаю. Вот, и как бы поэтому я делаю сейчас запасы канцелярии. Так, вот, купила 10 штук. Стерженьков у нас ручки многоразовые, мы пользуемся. Да, еще вот посылочки две лежат с Алиэкспресса. Вот потом покажу. Это я уже напоследок оставлю. Купила вот такие вот стерженьки тоже на прозапас. Вот, дитё у меня выпросило цветные ручки. Да, тут набор сколько? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 штук. 10 штук, да. Тут и розовая, и вот оранжевая какая-то есть. В общем, какая-то желтая. Не гелевые, а обычные ручки. Так. Вот таких вот еще ручек взяла. Тоже, думаю, надо на прозапас взять. Один такой набор. Вообще художникам надо как можно больше разных цветов. Вот, взяла вот такие вот карандашики у них. Вот такие карандаши взяла. Еще набираю, чтобы много было. Пускай их лежат, кушать не просят, как говорится, да. И даже если в этом году не используют, на следующий год будет. Вот, карандаши вот такие взяла. Это железная такая упаковка, ну как пенал, да, типа, вот, 24 цвета, вот, вот эти вот, они вот мягкие, как маппетовские, вот эти тоже, да, хорошие, вот эти вот, а вот эти, они чуть-чуть, они, видите, вот открываешь, вот такие, вот такой вот, одинаковые все, без различий. И различия идут вот только вот сверху, вот здесь, и вот сам стержень. И они... Так, где бы мне расписать? На листочке. Вот листочек возьму. Все разбирала. Они немножко твердые такие вот. Вот здесь все разбирала, эти тетрадки ненужные. Как только школа закончилась. Хорошие карандаши. Ну, чуть-чуть потверже, чем маппетовские. Вот. И это... Короче говоря, у меня этот день ушел. Листочки там такие нужные, ненужные, тетрадки там. В общем, дочь вообще должна этим заниматься, но она у меня такая. Она, короче, как? Вот это ей нужно, вот это все тоже нужно. Она не может вот так вот взять и выбросить. Вот. Поэтому я говорю, давай я быстрее разберу. Вот и все. Так, это показала. Значит, так, альбом взяла. Взяла вот таких тетрадей еще. Это понадобятся, не понадобятся, в общем, дома, чтобы были. Они в клетку и в линейку, в общем, для черновиков там, для рисунков, если захочет. Взяла еще 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 тетрадей, а они здесь и по 24 листа, и по 48. Вот. Так, и есть в линейку, немножечко есть в линейку, остальные в клетку. Вот такие вот дела у нас. Так, еще что взяла интересное? Взяла вот такие чернила. Сейчас скажу, для чего. Это красные, это черные. Значит, ну, я решила с ней, пока лето будет, будет возможность, позанимаемся каллиграфией. Вон, ей надо почерк исправлять. И в этом же магазине купила вот такую вот перьевую ручку. За 1000 тенге, она дорогая ручка. И в нее вставляется стержень. Вот. И есть такие, которые набором продают. Вот. Ну, как набор, как шприц, да? А есть, которые это... Просто здесь вставляется вот такой вот стержень. Вот такие вот стерженьки в коробочке они. Они отдельно продаются. Вот эта коробочка стоит 100 тенге. Вот. Это вообще мало. Вот такие вот эти стержни, они вставляются в эту ручку. И это самое, и пишут. Вот. Но я еще хочу, как будет у них, куплю еще со шприцом. Потому что, ну, может быть, разные стержни еще куплю, цветные. Вот. Будем вместе писать. У меня почерк еще более-менее такой крупный. Разобрать можно. У нее почерк, мама родная. Буковки мелкие. Никак вот ее не переделаешь, а? Даже занималась с ней репетитор. Она, значит, что делает? Мелко-мелко пишет, да? И слова на одной строчке пытаются 10 слов вставить. Вот. И это самое, я ее все время ругаю. Пока занималась с ней, сидела репетитор, все время она, ну, как-то контролировала ее, да. Пыталась, и почерк она, и еще более-менее так вот следила за ней. Можно сказать, немножечко исправила, да. Вот, но как только она перестала с ней заниматься, все, короче, все съехало. Так, две стерки купила. Так, и взяла вот такие вот стикеры. Это мы сейчас с ней ведем записи, дневники, как ежедневники, в общем. Ну и для... красоты там для оформления, в общем, взяла. Вот. Вот такие фломастеры взяла толстые. Вот они. Здесь 8 цветов. Они прям толстые такие вот. Так. Взяла вот такие. Вот еще тоже фломастеры. Вот такие здесь. Я не помню. 18 цветов. 18 цветов. Вообще я брала как-то ей такие двухсторонние, итальянские, это еще в первом классе было. Мы, в общем, ходили в магазин, где художественные товары, и там вот были они дорогие, но они, блин, качественные были, фломастеры. Но сейчас пока еще тот магазин вроде бы как не открыли, поэтому берут то, что есть. 18 цветов, да. Вот. Взяла ребенку еще, и ребенку, и себе, вот такие вот маркеры. Это как выделители, я смотрю, сколько времени, выделители текста. Хотела желтый взять, но не было желтого. В общем, взяла вот такие вот. Это специально, чтобы мы вели красивые записи, красивые там дневники, чтобы она мысли свои записывала там. Вот, ежедневник обязательно, что делать на каждый день. Так что еще будем показывать. Так, Лина брала вот таких резиночек. Вот, таких резиночек просто. Это же, конечно, не канцелярия, но, в общем, раз уж все в один раз брала. Вот,
Я вот эти белые резиночки взяла на волосы. Все в одном пакете. Так, теперь приступаю к распаковке. Вчера сходила на почту. С Алиэкспресса пришли. Вот. И думаю, да ладно, что уже они будут лежать, да, следующих посылок. Пока распакую, посмотрю сама. Так. Опять коробочка. И дитю, и мне будет. Да, кстати, мне там писали всякий негатив. Типа там зачем набираешь и так далее, да? Кто-то там написал, что типа деньги свободные есть. Я говорю, люди, знаете, как бы я же не из вашего кармана беру. Правильно? Я беру то, что мне нужно, заказываю. Так что, если многие не работают, я ж не виновата, да, что у кого-то денег нет. Вот. Вот такая вот коробочка. Наконец-то я заказала, вот видите, с такими креплениями. Вот. На Алиэкспрессе такие коробочки. Там, а, еще вот она защелкивается. Вот. Вот это мне понравилось. На Алиэкспрессе там написано для золотых украшений, для конфет, кому для чего, короче. Вот. Вот. Мне понравилось то, что она защелкивается, и то, что с креплениями. Но черный цвет не очень, поэтому что-нибудь приклеим сюда для разнообразия. И чтобы точно запомнить, что здесь лежит. Так, и вот эта вот посылочка. Там должны еще прийти посылки, но я смотрю там, короче, что я еще в апреле заказывала. Сейчас конец мая, да, и даже в марте еще то, что заказывала, не пришло. В общем, да, тут жара такая, 30 градусов, течет все. Голова вся мокрая, шея, все течет. Вот, и они не пришли, и... В общем, отложили в июне, короче, прибытие посылок будет. Должны были в мае прийти. И вот такую наволочку я заказывала. Вот, пришла наконец-то наволочка. Вот такая вот. Это размер 40 на 40. Специально выискивала такой размер. Мне те наволочки, которые вот раньше приходили, когда это было, в феврале, по-моему, да, мне понравились, в принципе. Единственное, что они, это швы не обработанные, вот надо самим швы обшить. А так, в принципе, все хорошо. Она на замочке. Вот на замочке. Вот швы надо просто обшить. И все. А так, в принципе, хорошие наволочки. Ничего там, голова не чешется, никакой аллергии, там ничего нету на них. Вот. Так что понравилось, буду еще заказывать. Вот. Или сама обработаю, или тут у нас есть маленькие ательешки, вот такие вот, ну, прям, где ремонтируют одежду. Такие вот не где заказы одежды, а вот такие вот подремонтировать что-то подшивают. Может быть, к ним обращусь, чтобы быстро раз за 5 минут оверложили и все. Вот так вот. Качество ткани хорошее. Коробочка, я довольна. Вот. Можно вот такие коробочки, да, вот, допустим, там подарочек какой-то положить, там какую-то мелочь там. Для чего хотите. Вот, так что копим коробочки. Такие вот дела, да. Сейчас я много покупок совершаю, и не только канцелярии. Сейчас следующее видео еще поснимаю. Вот, надо срочно снять, потому что у меня тут это интересные покупочки есть для дома. Вот. И сейчас дочь отдам какие-нибудь фломастеры. Вот, а то она уже мечтает. Какие-нибудь отдам сейчас. А, она вот, да, ручки она просила.
ручки просила. Сейчас что-нибудь типа из фломастеров отдам. И остальное скажу так. Пока на прозапас. Все в коробку уйдет. Все. Все, давайте, в общем, пока-пока. Вот. И ждите сейчас на следующий день. Выйдет следующее видео. Там будет большой кусок тоже интересной покупочки. Чисто в дом. Вот. Чисто для моего удовлетворения и здоровья. Для здоровья. Вот. Давайте, пока-пока. Мария тут не удержалась, естественно. Выбрала себе канцелярию уже. Ручку она уже опробовала. Да, дочь? Да. Вот, стержни уберу пока. Рисуй. Стикеры тоже выбрала. Вот такие вот. А, это ты мне, да? Да. Это ты мне? Да. А это... А, ты же взяла... Вот она взяла себе толстые фломастеры. Цветных ручек побольше, чтобы цвета были. Цветов. Бабочки выбрала. Стикеры. Вот. И карандаши вот эти. Естественно, где больше цветов. Так, а вот это тоже тебе? Вот эти? Да. Тоже? И давай, какие убрать надо? Так, вот эти оставим. И вот это вот тоже. Вот это тоже оставим? Да, на всякий случай. Тут что, цвета другие? Нет, ну они же там будут лежать в запасе. Если что, потом ну, ладно. Дам тебе. И вот эти уберу, да? Угу. Вот это убираю. Вот, покажи, как фломастеры. Вот, видите? Фломастеры как пишут. Угу. Выделители теста себе взяла. Все три. Все три. А я в коробку заложу. Ну-ка, распись, почеркай все фломастеры, попробуй. Так, этот я уже... Покажи, покажи прям, как он пишет, прям покажи. Вот. Вот он так пишет. Ну ты чуть-чуть там это... Вот он. Тонкие фломастеры. Оранжевый. Можно было двухсторонние взять, но не было на тот момент. Именно в этом магазине. Вот, красный. Красным. В общем, хорошо все пишут фломастеры. Да? Угу. Ладно, вот эти вот стикеры я себе возьму. Если ты это самое... Не против будешь с цветочками? Да. Все, она взяла с бабочками. Потом надо будет еще докупить разных стикеров, да? Угу. В общем, у нас планов на лето много. Поэтому мы будем докупать, докупать. Будем вести дневники, да? Угу. Все, все хорошие, да? Вот смотрите, фиолетовые тоже. Только они тонкие. Вот. Так что... Ну, все хорошие, да. Угу. Вот этот такой вот как... Вот он. Вот. Видите, вот такой вот фиолетовый. Как сиреневый больше. Да. Вот такой цвет и вот такой цвет. Все, короче. Теперь давайте всем пока.